Так, всем привет! Кто присоединяется к эфиру? Я очень-очень рада вас видеть. Заходите, ребятки, в гости. Сейчас я... Ой-ой-ой. Так, сейчас я поставлю камеру, чтобы не держать ее в руках. Так, получилось. Ждем. А так, Марину вижу. Сейчас я добавляю Марину. Да. Ждем Марину. Давайте подождем, сейчас к нам еще народ присоединится. Я готова к интервью. Отлично, хорошо. Сейчас мы буквально сейчас уже начинаем. И ага, все, отлично, замечательно. Смотри, как хорошо, что нас все видят. Ну что, мы начинаем говорить о шестом каталоге. И, как я уже обещала, мы не просто будем говорить о новых продуктах или самых глубоких скидках. Мы посмотрим на шестой каталог с точки зрения потребителя. То есть мы посмотрим на те продукты, которые интересны разным потребителям. Во-первых, мы рассмотрим самую необходимую гигиеническую корзину, те средства ежедневного потребления, которые нужны нам каждый месяц. Какие продукты лучше всего включить в эту корзину для того, чтобы она получилась экономная, для того, чтобы она получилась красивая. И мы немного вышли как бы за рамки предложения просто для потребителей и решили рассмотреть предложение для тех людей, которые любят ароматы, какие ароматы выгоднее всего покупать в текущем каталоге. Мы решили посмотреть на любителей дачи, поскольку в нашем регионе еще возможно ездить на дачу, и какие бы запасы в шестом каталоге мы сделали именно для дачи. Следующий момент, что бы мы рекомендовали для тех людей, которые сидят дома, у них есть время на удаленную работу, есть время на... посоветовать именно этой категории людей. Конечно, мы не смогли пройти мимо наших новинок. Наверное, две самые бомбические новинки этого каталога – это кушон, про который расскажет Лиля. Я вам расскажу про серию, которая на самом деле заинтересовала, да, очень многих в шестом каталоге. Вы знаете, что в линейке продуктов для работы с пигментацией, для осветления, у нас появилась серия в самом доступном ценовом сегменте. Лилечка, ну давай начнем тогда с простой потребительской корзины. Вот что бы мы с тобой положили туда в шестом каталоге? То есть то, что должно быть в каждой семье. Окей. Я думаю, что мы начнем с вами с самого важного продукта. Это гель для интимной гигиены. И как раз сегодня у нас появилось супер предложение. Если вы в корзину кладете сразу три геля, то они идут еще с большей скидкой, чем в каталоге. И я считаю, что это просто супер предложение. Я вчера отправила заказ, а утром, когда я увидела эту акцию, я отменила заказ и заново сделала два комплекта таких гелей, я заказала, потому что сама их очень люблю, у нас вся семья пользуется. И у меня многие клиенты тоже эти гели обожают. Тем более вот обновленная серия, она, конечно, просто потрясающая. Я взяла все три. Зеленый, розовый и вот этот голубенький. Вот сейчас как раз таким пользуюсь. Это первое, что бы я рекомендовала. Потребительскую корзину. Второе – это гели. У нас на последней страничке каталога в развороте мы видим новинку. Это гель, сейчас скажу точно, как называется, маракуйя и ананас. У кого есть бумажный каталог, можно потереть страничку и ощутить этот просто вот волшебный аромат, который переносит нас просто вот в экзотические страны, и хочется там остаться. И вот у меня, к сожалению, еще нет пока нового геля, но также у нас действует предложение на серию с гелями Feel Good. Они тоже идут по супер-классной скидке, поэтому я про эти гели всем уши прожужжала, потому что сама обожаю этот гель. Он с натуральными эфирными маслами. У нас 4 разных аромата.
Я в руках держу сливовый, который просто вот потрясающий. Он такой, такими нотами живыми. То есть, когда купаешься с этим гелем, чувствуешь, что ты просто в сливах. Просто есть, да, такое выражение? Мне Я в кажется, это шоколаде. виноград у тебя все-таки. Виноград. Виноград у тебя в руках. Сливовый, по-моему. Да? Виноград. Я чувствую аромат сливы. Вот. Я всем их рекомендую, потому что от них, во-первых, идет потрясающее увлажнение кожи и нет ощущения пленки. Вот это просто супер. И при этом такая красивая, приятная, густая пенка образуется, что, ну вот, я балдею от этих гелей и все время беру разные. Вот, это второе предложение. Но мне кажется, предложение по гелям достаточно интересное, потому что есть гели Discovery, цена очень демократична, 99 рублей. Есть гели Feel Good, которые поднимают и создают настроение, которые тем более участвуют в акции. Есть новинка, гель ноги для душа, но его цена 164 рубля в каталоге. То есть, в принципе, можно выбирать совершенно любые ароматы, любые цены очень доступны. Скажи мне, а что бы ты еще включила в потребительскую корзину? Я знаю, о чем ты будешь говорить, наверняка зубная щетка и паста. Да, я буду говорить о зубной пасте и зубной щетке, потому что это тоже нужное предложение и достаточно выгодное, то, что мы в паре получаем и пасту, и щеточку, как раз то, что нужно для каждого члена семьи. Многие, кстати, спрашивают, как выходить из положения, если в семье 3-4 человека, а щетки 2 оттенка. Ну, как делаем мы? Мы отмечаем наши щеточки лаком для ногтей. Например, там сердечко рисуем, это дочкина, у меня там восклицательный знак лаком. То есть мы вот так вот выходим из ситуации. Может быть, кому-то будет полезно. Спасибо тебе огромное, но ты знаешь, в условиях карантина, когда мы сидим дома уже третью неделю, мне кажется, потребительская корзина расширяется, потому что я бы добавила туда еще краску для волос, поскольку приходится краситься дома, и однозначно средства по уходу за руками и ногами. И ты знаешь, краска для волос в шестом каталоге стоит 299 рублей, да, мой любимый оттенок это 25-424, где улыбается блондинка, я его помню наизусть, чтобы не перепутать. У меня 9-0 на волосах сейчас, свежеокрашены. Марина, мне знаешь, что кажется, еще я бы добавила еще такую вещь. Многие девушки привыкли ходить в спа-салоны, в салоны красоты, чтобы им делали уход за телом. Но сейчас такой возможности, к сожалению, нет. И я могла бы с удовольствием предложить нашу серию «Шведиш спа». С ней можно организовать салон красоты, прямо не выходя из дома. То есть мы берем, набираем ванну, размыкаем в нашем маслице. Потом с этим чудесным скрабом, я, кстати, вчера как раз делала себе спа-процедуру, и с этим чудесным скрабом, ой, какой аромат потрясающий, видно, что я его использую, уже практически заканчивается, нужно обновить. Мы делаем массаж всего тела от кончиков пальчиков на ногах до кончиков пальчиков на руках. Мы только аккуратно очень работаем с зоной декольте, или вообще ее не трогаем, но я обычно просто накладываю сюда аккуратненько, потому что масла так напитывают и разглаживают кожу, что вот просто кайф. Потом мы все это смываем и на влажную кожу наносим наш потрясающий масло, бустер. Крем-масло. Да, крем-масло. О, это просто волшебство. И если наносить на влажную кожу, вот он сам по себе очень густой. Девчонки, кто пробовал, поставьте смайлики. Он такой густой, видите, он прям крепкий, не лосьон, он не течет. И если его наносить на влажную кожу, то у него, во-первых, очень маленький расход, он легко-легко распределяется по коже, и просто такое волшебство происходит. Кожа гладкая-гладкая. Ну, мне кажется, у тебя получается уже такая не эконом-корзина потребительская, а такая сибаритская корзина. Вот нам напоминают, что мы забыли про шампуни, во-первых, как бы, да. То есть у нас с тобой получается уже гель для интимной гигиены, мы сказали.
Набор зубная паста и щетка, сказали. Гели для душа однозначно да. Мыло по 69 рублей однозначно да в каждом заказе. Но есть шампуни, причем есть шампуни HyreX, это 400 миллилитров. По цене 329 рублей, я немножко так подсматриваю. Вот, это большой объем, который, в принципе, хватает надолго. И самое главное, что этот объем можно брать по типам волос на всю семью. И я хочу сказать, что если вы планируете собрать свою дачную корзину, то однозначно нужно ехать на дачу с большим объемом 400 миллилитров шампуня HyreX. То есть мы с тобой добавим туда еще, наверное, и шампуни для волос на выбор, потому что действительно в шестом каталоге потребительская корзина очень вкусная по цене, очень вкусная по наполнению, причем очень много разных вариантов, поэтому я думаю, что нужно делать заказ с удовольствием. Почему я бы все-таки еще немножко расширила в сторону краски и ухода? Потому что, вот, ты знаешь, мне кажется, в этом каталоге уже пора присоединять лак для ногтей, потому что гель-лак уже практически у всех сошел, да? Кстати, и лак по 99 рублей как раз вот то, что нужно, потому что мы начинаем красить ногти сами, то, чего мы давно, может быть, не делали, и ухаживать за ногами. Потому что целых три, ой, супер маникюр, я знаю, что ты делаешь сама. Сама. Супер. И я знаю, что целых три крема для ног идут с отличной скидкой, и это помогает нам самостоятельно ухаживать за ногами. Но я могу сказать, что есть еще две супер пилки для ног, которые обязательно нужно брать в этом каталоге, потому что это широкая пилка, которую все любят, она идет со скидкой, и это пилка, да, пилка три в одном, то есть там щетка, пилка и такая вот некая поверхность, которая просто потрясающе делает гладкими ноги. Не могу не поделиться своей любовью, потому что, да, на педикюр я тоже не попаду в этом каталоге. А у меня к тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот если брать скажем так, средства по уходу за кожей лица, вот, скажем так, дополним потребительскую корзину специальными продуктами для кремоголиков. Что бы ты рекомендовала? Можно я еще вернусь к потребительской корзине, да, потому что мы не сказали еще про предложение. Можно расскажу про это? Конечно, штуку? Конечно, да. И потом крем. Вы знаете, я получила возможность попробовать заранее масло, новинку Элио с укрепляющим эффектом. И хочу обратить внимание, что если мы говорим о шампунях, то именно шампунь Элио из дорогого сегмента мы сейчас можем приобрести вместе с маслом по очень хорошей цене. А дома тоже нужно ухаживать за волосами. Сейчас нет возможности ходить в салон, чтобы там делали нам ботоксы, кератиновые выпрямления. Так вот, я сегодня, как вы видите, да, я делала эксперимент, я мыла волосы и пробовала это новое масло. И я могу сказать, что действительно я эффект увидела с первого применения. На моих волосах это так хорошо заметно, потому что после смывки черного цвета волосы стали такие мягкие, как вата, особенно мокрые, они просто, ну, опасно их даже вот, как бы, боюсь, травмировать. Так вот, это масло действительно уплотнило волос, при этом он такой же стал какой-то пышный, нет тяжести, облегченный, и я восхитилась тем, как легко и просто я расчесала волосы, и я сегодня не делала вообще никакую укладку, то есть я просто подсушила слегка феном, при этом они гладкие и ровные. Меня это просто привело в полный восторг. Девчонки, набирайте масло, даже не думайте, тем более вот вместе с этим волшебным шампунем. Вот, а теперь отличное предложение, да, особенно для тех, у кого роскошные волосы, за которыми нужно ухаживать однозначно. Лиль, у меня прям восторг. Да, в восторге от наших бустеров. Я вот не взяла свой флакончик, забыла про него. Я сейчас заканчиваю розовый, и следующий, который я открою, я пробовала уже желтый бустер. Я не покорена, вот просто желтый. Для сияния. Это моя любовь с первого взгляда.
Сейчас появились у нас, да, вот, У это меня новинка у тебя. антиоксидант оранжевый. Ой, У я меня прямо нет мечтаю его. желтого. Собой, да, он у меня стоит в ванной комнате. Я его тоже очень люблю, потому что когда ты добавляешь прям вот в капельку крема, капельку бустера, то ты получаешь, во-первых, индивидуальный уход, во-вторых, моментальный эффект, в зависимости от того бустера, который вы используете. И я бы добавила еще для кремоголиков в потребительскую корзину пилинг, потому что он идет с очень хорошей скидкой, пилинг Novage в текущем каталоге. Да, он волшебный. Вот девочки спрашивают про бустеры. Я могу сказать, что вот для меня бустер – это прям вот как глоток свежего воздуха. Особенно, когда вот привыкаешь к определенному уходу и хочется какого-то разнообразия. И когда появились бустеры, я сразу взяла себе желтый, начала им пользоваться. И я увидела эффект. Вообще крем по-другому ложится. Лучше. Особенно я его сочетаю с коллаген, а не с Optimals. А крем и коллаген Wrinkle Power, если вы знаете, он своеобразный, его нужно убивать. И при некоторых условиях он даже может свернуться на коже. А вот с бустером он просто идеально ложится, настолько гладкое покрытие, впитывается, и лицо гораздо выглядит свежее. Мне очень нравится мое состояние кожи именно с бустерами. Хотя я не забываю про сыворотку. На ночь я всегда делаю сыворотку, а утром я делаю бустер. Ну, если продолжить тему кремоголиков, да, то, наверное, одна из самых ярких новых серий в каталоге номер 6 – это серия Fairness Essential, которая содержит витамин В3 и витамин Е. И обратите внимание, что средство 159 рублей цена в каталоге. При этом это, наверное, первая серия для работы с пигментацией в таком доступном ценовом сегменте в нашем каталоге. И я знаю, что у многих сейчас уже яркое солнце вызвало усиление пигментации на лице. И для них это просто реально вот первый шаг к уходу за своим лицом, к осветляющим средствам. Такой Я очень еще хочу добавить да. одно средство. Можно, да? Просто вот сейчас такая ситуация, что мы закрытые дома, и многие сидят в квартирах, и нет возможности загорать. Закрыты салоны, мы даже не можем сходить в солярий. И вот, знаете, я бы вот всем рекомендовала еще автозагар, который в этом каталоге тоже идет со скидкой. Он в серии солнцезащитный, маленький-маленький, незаметный, но я обращаю ваше внимание, потому что с ним можно сделать себе кожу бронзовую, потому что не можем загорать, а хочется все равно, чтобы тело было красивое. Вот, пожалуйста, наша палочка-выручалочка. Я уже много лет пользуюсь нашими автозагарами. Эффект всегда классный. И самое главное, мне нравится, что он легко распределяется по коже, не полосит, и цвет очень натуральный, то есть нет ржаны, а он сразу такой легкий бронзовый оттенок. Вот кайфушная вещь, видите, я уже это... Я пользовалась им зимой, даже пользуюсь, когда нужно какие-то мероприятия, если открыто, декольте или спина, то я всегда делаю автозагар, чтобы выглядеть более такой свеженькой и симпатичной. Спасибо, Лиля. Я думаю, что вовремя напомнила. Я тоже забыла про него, кстати. Но мне бы хотелось немножко поговорить на тему кремов с точки зрения того, что я, например, мама подростка, моему сыну 12 лет, и он мне задает вопрос: мама, как, что делать, у меня здесь там вот черные точки, мама, там у меня там что-то с лицом происходит. И поскольку у него мама все-таки такая достаточно продвинутая, то, естественно, в пятом каталоге я взяла маску угольную и маску с белой глиной от черных точек, а в этом каталоге нужно брать матирующий крем, маску скраб, средство для умывания, потому что цена со скидкой очень классная, буквально каждое средство по 249 рублей. То есть мамы подростков, это прям вот то, что вам необходимо иметь в своем арсенале, это комплексный уход для подростковой кожи. Лиль, но я вижу, я знаю, что ты обожаешь делать макияж, что ты тестируешь все. Давай перейдем к декоративной косметике, потому что в шестом каталоге предложение для тех, кто любит
делать макияж, даже сидя дома, для прямых эфиров, для того, чтобы просто порадовать себя красивой фотографией. Или, как сказала моя дочь, мама, мне кажется, ты без макияжа даже мусор не вынесешь. Да, я выношу мусор. Согласна. Макияжем. Давайте тогда начнем. Начнем с нашей бомбической новинки. Я говорю о кушоне, который я сегодня тоже тестировала первый раз. И, честно говоря, мне было безумно интересно, что будет с кожей, если я нанесу этот кушон. Потому что многие тональные основы у меня выделяют поры вот в этой Т-зоне. И меня это просто беспокоит очень сильно. Я люблю, чтобы все было идеально. Так вот, когда я попробовала кушон, первое, что у меня просто был восторг от того, что я его не вижу. Такое тонкое, идеальное покрытие. Вот сейчас прошло полдня, и я наблюдаю за своей кожей, ничего не собирается, и как будто вот вторая кожа на лице, при этом лицо холёное, есть какой-то вот легкий эффект, как будто у меня подсветка кожи, но невероятно, ни капли нет ощущения, что там жирность или так далее. То есть вы видите сейчас на камеру, надеюсь, как это вот круто работает. Как он сделан? Смотрите, мы нажимаем на кнопку, что я давно мечтала, чтобы у нас все было на кнопочках. Есть зеркало. И специальная губка, которую мы опускаем вот в это средство, то есть это подушка, пропитанная тональной основой, то есть мы вот так набираем и переносим на лицо. Естественно, это все очень индивидуально, не надо давать никому пробовать свое, и только самим. Вот такой эффект получился. Кстати, у меня оттенок песочный, номер 37445, и я переживала, что моя кожа будет рыжая. Ну, как вы видите, ну, есть легкое отличие от шеи, но я сейчас планирую сделать автозагар на тело, и как выйдет солнышко, я буду загорать, благо у меня теперь есть участок небольшой, да, мы стали домовладельцами, и я буду немного загорать, поэтому я уверена, что будет просто идеальный вариант. Лиль, но мне кажется, всем да, интересно знать. Я, конечно, да. В первую очередь, когда готовилась, Марин, не слышу? Хотела сказать, что всем, конечно, интересно знать, что-то почему кушон. Что-то провисает немножечко у меня. Ребята, напишите, слышно, видно, хорошо? Слышно, видно, хорошо, напиши. Но дело в том, что кушон – это тональная основа, пудра и BB-крем 3 в 1. То есть там есть и отличные ухаживающие компоненты, которые помогают нам получить именно красивое, ухоженное лицо. Как слышно, друзья, ребята, поставьте плюсики. Пишите, пожалуйста, как нас видно, как нас слышно. Поставьте плюсики. Плюсики. Как это не вебинар, плюсики. Все хорошо видно. Они видны, отлично. Вот покраснение у меня вот тут вот были, ну, как капиллярная сеточка, абсолютно не видно, лицо выровнялось идеально. Я говорю, у меня такой восторг от новинок, я аж прыгала сегодня утром, когда собиралась, просто кайфовала от этого. Все отлично. Угу. Так, не вижу, что-то Марина показывает. Я показываю карандаш из серии One Color, который, с одной стороны, мне кажется, это смарт-средство любой блондинки. Смотрите, с одной стороны карандаш для губ, а с другой стороны карандаш для глаз. Чтобы долго не искать в косметичке все, да. При этом в каталоге есть отличная акция. 3 продукта по цене 399 рублей. То есть мы видим, что это у нас идет помада, тушь и тональное средство. Мне кажется, это предложение, которое вообще просто вот идеально вписывается в бюджетную потребительскую корзину. Можно выбрать помаду, можно выбрать тональное средство и, конечно, получить отличную тушь. И все это вообще по совершенно невероятной цене. Как тебе это предложение? Отлично. Я согласна полностью. Я тоже жду с нетерпением как раз именно эту новинку. Очень хочется попробовать. Марин, поделись, как качество. Потому что некоторые карандаши в серии очень мягкие. Я, честно говоря, не ожидала, что они такие мягкие. Немножко даже сломала. Но вот если вы видите,
Очень легко прям рисует, очень нежно ложится. Самое главное, его очень легко растушевывать, потому что сейчас в моде не, ну, для повседневного макияжа не четкие такие графические линии, хотя это тоже всегда в моде. Вот. Но когда растушевываешь кисточкой, то он очень хорошо тушуется и создает как раз нужное впечатление. Но дело в том, что для любителей Giordani Gold в 6-м каталоге есть еще одно невероятное предложение. Это тушь и карандаш для бровей. То есть, да. То есть, если как мы раз заказываем... Я хотела сказать, что сейчас акцент на брови и глаза, потому что многие ходят в масках и помаду используют редко. В основном это бальзамчики для губ, а вот брови сейчас в тренде. Поэтому я очень рекомендую карандаш. Во-первых, с одной стороны, кисточка, которая удобно вот так вот причесать, уложить бровь. А с другой стороны, потрясающего качества карандаш. Вот у меня как раз темный оттенок. Им легко, даже без опыта, не имея навыков покрасить брови, любая девушка может накрасить бровь, потом перевернуть и кисточкой расчесать. Благодаря этому приему получается, что карандаш распределяется идеально по всей линии брови. Показываю на руке. Так, по просьбам всех вот тут вот. Смотрите. Где у меня такой? То есть вот такой вот хороший, приятный оттенок. Хорошо видно? Вот обалденный цвет. И я, кстати, я всегда начинаю макияж с бровей, потому что я считаю, что если у нас выровнен тон и сделаны брови, то это, как, знаете, как будто мы сделали раму для картины. Сразу лицо становится таким вот, конкретизируются все детали лица, оно становится выразительным, очерченным, и порой достаточно просто вот махнуть два раза реснички тушью. Кстати, у нас в этом каталоге потрясающее предложение с тушами. Я бы хотела рассказать о туши термостойкой. Наверняка вы знаете, что есть такая тушь, многие пробовали, и я ее обожаю из-за того, что ее так легко смывать. Она просто от сильно теплой воды снимается с ресничек, как одежда, и нет вот этого эффекта глаз панды. Просто сняли, глазками хлопнули и побежали. Это просто супер. У меня на губах какая помада? Это матовая? Матовая помада мусс? Да, У меня тоже матовая помада мусс красного цвета. У нас, наверное, одинаковые помады. Я ее Наверное. обожаю. Я ее тоже обожаю. Невероятно. Да, правильно, Свет, ты говоришь, что брови выглядят очень натурально. И еще для бровей в этом же каталоге у нас есть вот такая тушь. Почему я ее люблю? Смотрите, нужно брать оттенок не темнее, чем брови, а наоборот, на тон светлее. Потому что эта тушь при окрашивании бровей, она прокрасит тот самый подпушек брови, которые прячутся, или те брови, которые не затронул карандаш, или тени для бровей. То есть эта тушь поставит все на свои места, зафиксирует бровь, и она будет выглядеть такой блестящей и холеной. Обалденная вещь. Кстати, в первое время я ее как-то не очень оценила, а потом распробовала, и теперь без нее не могу жить. Смотрите, в этом каталоге тоже на нее хорошее предложение, очень выгодное. Лиль, но мне кажется, нужно напомнить в акции курс на лето для тех, кто сделал заказ на 50 баллов в прошлом каталоге. И, соответственно, буквально сразу, сделав заказ на 50 баллов в 6-м каталоге, сможет получить полотенце за 299 рублей изумрудного цвета. Зеленый, изумрудный в этом сезоне просто рулит, то есть его очень много, и на пляже он всегда будет смотреться очень красиво, сочно и ярко. Не забудьте сделать заказ на 50 баллов бонусов. И если вы делаете заказ на 50 баллов в текущем 6-м каталоге, то у вас сразу есть возможность участвовать в акции с набором Divine Royale, который вы в следующем каталоге сможете получить с огромной 80% скидкой. За 599 рублей. Да. Это все, что я сейчас держу в руках.
У меня в руках лосьон для тела, потрясающе классный по качеству и по ароматам. Крем для душа. Мне очень нравится дизайн такой здесь красивый. И очень нравится качество. Наш крем для душа, он абсолютно не сушит кожу. То есть купаешься, и сразу идет легкое увлажнение. Идеально подходит для тех, у кого кожа склонна к сухости, к шелушению. И сам аромат. Он настолько вот нежный, приятный, мне нравится. Такие нотки в нем благородные. То есть я им пользуюсь с удовольствием. Хотя я бы сказала, что хотелось бы, может быть, более свежих нот, но сейчас пока еще прохладненько. Я им с удовольствием пользуюсь. Видите, вот прям недавно открыла, и практически каждый день он у меня в ходу. Такой супер классный девайс. Но мне кажется... Когда делаешь заказ на 50 баллов в 6-м каталоге, ты сразу участвуешь еще и в каталожной акции. То есть сделай заказ на 990 рублей и получи возможность заказать один из трех продуктов с отличной скидкой. Это у нас астаксантин, самый мощный на сегодняшний день антиоксидант. Это туалетная вода Люси Брайт Аура, да. И это у нас бестселлер шариковые румяна Джаждани Голд, ручная работа, наш легендарный продукт, который подходит буквально всем. И цена на эти продукты в каталоге со скидкой очень-очень приятная. То есть вы можете сразу участвовать одновременно в нескольких акциях. При этом у нас сохраняется акция 50% скидка на доставку в СПО, при этом кэшбэк 50% возвращается на заказ в следующем каталоге. А, скажи, пожалуйста, вот спрашивают, как тебе Люсия Брайт Аура? Мне нравится. И что удобно, самый популярный аромат. Да, можно потереть страничку. И вы знаете, меня что здесь... В этом аромате мне нравится то, что есть незабудка. И он какой-то дает такой акцент необычный и выделяет этот аромат. Мне нравится, но я всегда рекомендую. Девочки, прежде чем покупать аромат какой-либо, надо его потестировать. Возьмите маленькие пробники, поносите аромат на себе, потому что, вы знаете, одному человеку он, может быть, будет идеальный, вам может не подойти, потому что все здесь очень-очень так вот взаимосвязано с восприятием ароматов. Главное, чтобы он вам нравился. Да, Люсия, линейка Люсия, стойкие ароматы. Лилечка, мы с тобой, знаешь, как-то очень в потребительской корзине проскочили тему дезодорантов, хотя на самом деле в каталоге номер 6 она очень хорошо раскрыта, да, потому что уже на последней страничке дезодоранты Activel идут со скидкой за 99 рублей, то есть нужно брать просто на все лето всей семье. Согласна. А вот по поводу ароматов я бы выделила еще линейку Амбер Эликсир. У нас представлено три аромата. У меня один вот есть сейчас в наличии, вот такой вот синий. И для меня он вот на лето самый лучший вариант. Он сочетает в себе вот эти дерзкие выразительные нотки, бодрые такие, яркие. Аромат незабываемый. То есть если вы таким... очень вкусно пахнет. То есть, если вы с таким ароматом, то все всегда спрашивают, чем от тебя пахнет. Вот он настолько привлекает. Кстати, благодаря такому аромату я нашла себе несколько клиентов. Представляете, то есть меня прям на улице останавливали и прям преследователи и говорили, девушка, чем от вас так вкусно пахнет? Вот, и я говорила, что это Oriflame. Сразу узнавала, есть ли у человека консультант, есть ли возможность там с кем-то пообщаться. Если нет, то я предлагала свои услуги. Вот таким образом, да, мы, являясь, как говорится, продуктом своего продукта, можем тоже... Лиль, но это отличная продуктовая история. Это как раз вот тот образ, та эмоциональная картинка. Потому что я думаю, что сегодня, после нашего эфира, очень многие заинтересуются этим ароматом. Что же это такое за аромат, который останавливает людей прямо на улице? Лиль, Он необыкновенный. Угу. Мне бы хотелось напомнить еще про несколько продуктов, которые заслуживают внимания, потому что, во-первых, палетка для макияжа в коллекции The One идет с отличной скидкой. И это палетка, которая помогает нам
дома создать приятный макияж в стиле нюд и при этом выглядеть так, как будто вот вы прям вот такая красивая дома ходите всегда. И выглядите всегда превосходно, потому что можно структурировать лицо, можно сделать тени, можно там сделать хайлайтер, и вы будете всегда свежо и красиво смотреться. Лиль, какие еще продукты ты бы выделила в этом каталоге? Вот что тебе еще понравилось? Ну вот мы говорили много о кушоне, но продукт достаточно дорогой. А все-таки тональная основа, она нужна любой девушке. Да, можно взять по акции OnColor серии прям набором. Но есть еще одно предложение, которое я не могу пропустить. Это тональная основа серии The One Aqua Boost. Вот мне кажется, что на лето это очень хорошее предложение. Во-первых, SPF 20. Во-вторых, эта тональная основа, она очень легкая. И вот я ее отмечаю как такой вот легкий, приятный тон. Она, вот ее оттенки, вот я любой брала. Я, в принципе, выкупала, тогда было время, я выкупила всю серию и делала мастер-классы. То есть я каждой девушке носила этот тон, и мы подбирали легко. Ни один из них не ушел куда-то в рыжину, в красноту. То есть настолько вот он вот ложится, как вторая кожа. И все, прямо кто пробовал, всегда были в восторге от своего лица. Выравнивает хорошо, освежает, увлажняет. Я прям рекомендую попробовать. И он в каталоге всего 369 рублей. То есть у него 50% скидка. Супер. Спасибо тебе огромное. Наш эфир подходит к концу. Таким образом, мы с вами сформировали предложение для каждой семьи, которое состоит из гелей для душа, зубной пасты, геля для интимной гигиены, дезодоранта, шампуней, и является очень привлекательным. Мы сформировали с тобой интересные предложения по декоративной косметике, потому что, ну, такого разнообразия в разных ценовых категориях, наверное, не было. То есть и набор OnColor за 399 рублей, и кушон за 1599. То есть можно подобрать помаду, тушь, тональную основу, карандаши для бровей и вообще все средства декоративной косметики на любой кошелек и вкус. И для настоящих художников, мастеров ветров и закатов нужны профессиональные кисти, красивые кисти, которые идут со скидкой именно в 6-м каталоге, потому что художнику нужны профессиональные инструменты, а наши кисти заслуживают. И кисти в нашем каталоге от 129 рублей до 200 с небольшим, то есть где-то, вернее, прошу прощения, до 199 рублей, то есть это то, что, в принципе, то, чем можно запастись в 6-м каталоге. И, конечно же, это ароматы по привлекательным ценам, это осветляющая серия в доступном ценовом сегменте Fairness Essential, цена 159 рублей одного продукта, и, конечно, лаки за 99 рублей. Я думаю, что каждая красивая женщина заслуживает того, чтобы быть красивой, чтобы баловать себя не просто... как это сказать, не просто быть собой, а быть лучшей версией себя. Поэтому хочу пожелать вам участвовать во всех акциях, быть успешными в этом каталоге. Не забывайте, что мы уже стартовали с квалификации на Таиланд. Поэтому пусть ваши продажи будут успешными, пусть ваши клиенты будут довольными, и пусть вы сами будете самой красивой и самой успешной. Я присоединяюсь к этим словам. Спасибо, Марина, мне очень понравилось вести с тобой эфир. Приглашаю еще, с удовольствием пообщаюсь. Спасибо всем зрителям. Всем спасибо огромное, до новых встреч. У нас будет еще запуск 7-го каталога, увидимся. До свидания всем. Да, до встречи. Пока-пока. Пока.